Привет всем! Рады видеть вас на нашем канале, где мы делимся самыми интересными фактами о природе и растениях. Сегодня поговорим о смородине и узнаем 5 удивительных фактов об этой ягоде. Смородина – это не просто вкусная ягода, но и настоящий кладезь полезных веществ. Готовы? Тогда начнем! Уверены, что вы будете удивлены тем, что мы вам расскажем. Итак, факт номер один. Смородина – настоящий кладезь витамина С. В одной чашке черной смородины содержится больше 2000% дневной нормы. Это значит, что всего одна порция этой ягоды может обеспечить вас необходимым количеством витамина С на целый день. Это суперсредство для укрепления иммунитета и борьбы с простудами. Витамин С помогает организму бороться с инфекциями и ускоряет процесс выздоровления. Факт второй. Смородина – не только вкусная ягода, но и помощник в народной медицине. Ее используют для лечения разных болячек, от обычной простуды до проблем с сердцем. Народные целители веками применяли смородину для улучшения здоровья. Листья, например, заваривают как чай. Он отлично снимает воспаление. Такой чай помогает при болях в горле и других воспалительных процессах. Факт третий. Из смородины получаются отличные живые изгороди. Кусты у нее густые и компактные. Идеально для украшения сада и создания природных заборов. Они не только красивы, но и функциональны. Плюс она привлекает пчел и других полезных насекомых. Это делает ваш сад более живым и способствует опылению других растений. Факт четвертый. Красная и черная смородина – это как близнецы с разными характерами. Красная покислее, ее часто используют в соусах и десертах. Она придает блюдам особую кислинку и свежесть. А черная – послаще и насыщеннее. Из нее получаются отменные варенья и джемы. Черная смородина идеально подходит для приготовления сладких заготовок на зиму. И, наконец, факт пятый. Смородина. Растение-долгожитель, она может радовать вас ягодами до 15 лет. Посадили один раз и наслаждаетесь урожаем долгие годы. Это делает смородину отличным выбором для вашего сада. Главное, не забывайте о ней заботиться, подкармливать и обрезать. Регулярный уход обеспечит вам богатый урожай каждый год. Вот такие интересные факты о смородине. Надеемся, что вам было интересно и полезно узнать что-то новое. Надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новенькое. Смородина – это удивительное растение, которое заслуживает вашего внимания. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч! Оставайтесь с нами! Впереди еще много интересного!